Henry, there are some things you can't prevent. So just stay in your tower, okay? Stay in there and watch. Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Мы с вами продолжаем играть в Пожарный дозор. Здесь я, Генри, Хэнк и Делайла где-то там на рации. А, кстати, что? Терт Рейнольдс? А, это наша черепашка, господи, я уже и забыла. У нас же, оказывается, есть черепашка, смотрите, какая она милая. Боже мой, как жаль, что нельзя погладить. Так, ну верни на место. Да, не надо так уже жестко, слушай, нормально, положи черепашку совсем, что ли. Так, вот он наш постер, на который наша Делайла попросила нас посмотреть. И, если честно, ничего криминального на данный момент я тут не вижу, но, может быть, я просто не разбираюсь. Сообщите о плакате. Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great, just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Sure. It's the, No. You don't need to tell me. Just, internalize it. It's a great tree. And there's an area called, that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Maybe. Yeah. Okay. Maybe I should go for a hike. Nothing like an afternoon in the Rockies, I tell ya. Radio me the moment you get there. Ну, если честно, я так и поняла, что Делайла с нами говорит каким-то шифром. А что тут еще можем... Ну, мы же сообщили о плакате. Тополь, да? Тополь какой-то там. Так, а что еще? Which tree am I supposed to internalize again? Top row, second from the left. Head to a place named after that tree, and you'll have a wonderful afternoon. Прекрасно. Значит, мы должны найти тут у себя этот тополь, да? Идти к тополиному ручью. Не сам тополь, тополиный ручей, точно. Тополиный ручей. Это у нас, собственно говоря, тополиный ручей. Так, ну... Что-то на карте я его не особо вижу, если честно. Ну да. Ну ладно, ладно. Будем искать. Будем искать тополиный ручей, хорошо. А, слушайте, это интересно. Это очень интересно. Ну, в принципе, и понятно, пожар крентеля. О, боже мой. Whoa, the flapjack fire isn't going anywhere, huh? No, that's why those guys came out to burn that line. It's at the stage where all we can do is pay attention to it. They're not gonna try to put it out? Not yet, apparently. Ясно. В общем-то, понятно, что если нас прослушивают, то как бы надо что-то придумывать новое. И, судя по всему, наша Делайла нам оставила что-то. Я даже не знаю, возможно, новую рацию какую-то, которая не сможет быть взломана кем-то там. Озер Джонси, да. Но нам нужен тополиный ручей. Мне очень интересно, что там нам Делайла оставила. Сказала, что если мы туда прогуляемся, у нас будет просто прекраснейший день. О, река Руби. Здравствуйте, мы тебя искали в предыдущей серии очень много. Ёлки. I just heard something. What is it? I don't know. It was goddamn terrifying, though. Я испугалась. Well, it could be an elk, or... It could be someone trying to get you to radio about a loud noise, so they know where you are. Fuck. How about you don't do that again? Ёлки. Ну это было страшно. Если это лось, то как бы еще ладно, хотя тоже, знаете, такое себе наткнуться на лося. Слушайте, у меня теперь какая-то начинает развиваться
паранойя, что кто-то за нами следит. И я невольно начинаю оглядываться. Хотя я, кажется, поняла, куда нам надо идти. Это, оказывается, вот это вот возле свиного пруда. И возле надписи Кэш 308. Я, в общем, тут обведу вам потом, когда буду монтировать. Вот, то есть нам нужно сначала дойти до реки Руби, которую мы уже успешно посетили в предыдущей серии, и спуститься ниже. Мне вот очень интересно, кстати, покажут ли нам Делайлу. Мне почему-то кажется, что нет. Как и, собственно, нашего Генри. Я не думаю, что мы его увидим как бы со стороны. Вот. Ну, мы его видели на фотографии и на рисунке. Как его наша еще Джулия рисовала, получается. Это вот это, да? Ты про это говорила, Делайла? Такое страшное дерево. Такое очень одинокое. Ну да, мне кажется, да. Мы пришли. Мы определенно пришли. Ну, давайте посмотрим. Большое дерево. Карта обновлена. Ну-ка. Большое дерево, ты так и написал. Какой молодец. Ой, ты же мой хороший. Сразу видно, настоящий дозорный в лесу. Все знает, все видит. Так, у нас тут ничего нет подозрительного. Лыжи. И что? Я так понимаю, что это не подарок Делайлы, да? Это было бы странно, конечно. Так, ну вот он ручей. Я так полагаю. Тополиный ручей. Хорошо. Что дальше? Давайте пройдемся по ручью, что ли? Не знаю. Не вижу. Не вижу ничего сверхъестественного. И криминального пока что тоже. Но с другой стороны, знаете, Делайла так говорит, на самом деле шифр ее понятен. Ну, если человек, конечно, знает, какое именно дерево находится там на плакате, вот это вот, то, в принципе, нас очень легко вычислить. Да-да, мы сейчас сообщим, только я хочу сначала ящик потрогать. Или нам нужно будет его потом открыть. Ладно, окей, давайте сообщим про ручей. I'm here at Cottonwood Creek. You see the cash box there? Must be around here somewhere. Ну точно. It is. Find it and open it. I changed the code. It's 5678. Are you kidding me? I was in a rush. Как мило, господи. Так, ну да. Okay, found the cash box. Great, open it. Эх, такой сложный пароль. Придется все заново учить. Так, карта. Скопировать информацию. Давайте. Карта обновлена. И что? Новая рация? Слушайте, ну и... Но я угадала, точно, я угадала. Три слепые крысы. Интересно, эти книжки значат что-то или нет? Вот мне прям интересно. Может ли это быть какая-то отсылка к чему-то? Почти. Ну, почти. Опа. Молодец. I've got it now. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger. Hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Hopefully. Holy fuck, Henry, we have to get into that site. Так. Ты с ними заодно, ты в порядке? Illegal, right? Ну, не знаю, давайте спросим. Okay? I don't know, Henry. People have been listening to us all summer. How is this actually happening? I don't know. I'm scared. Да, ну не бойся. None of it makes any sense. Кто это делает? Who is doing this? I don't know who could be doing this. Henry, I've been at this job off and on for 13 years. Ого. Sometimes here, sometimes over near Jackson, a couple times down in Wind River. And nothing like this
ever happened before. Что насчет других дозорных? Я собираюсь найти ответы. Look, I'm headed back to the gate, and now that I've got an axe, we'll know something soon. You need to get into that site. Call me when you find something. Ну тоже, знаешь, так вот, старая рация. Не, до свидания. Тоже так вот, проберись туда, как бы он один, между прочим. Он совсем один, и все, что у нас есть, это топор. А мы не знаем, что там находится, и сколько их там. Поэтому я, конечно, не очень люблю такие штуки. Вот это вот в одиночку куда-то отправляться, искать ответы на вопросы, которых все больше. Но спасибо за новую рацию, Делайла, да. Эх, прикольно, прикольно. Ну, это было ожидаемо, что нам нужна была новая рация. Поэтому, в принципе, да. Я ожидала, что именно это и будет нашим подарком от Делайлы. Ну и нам снова нужно, значит, вернуться вот аж сюда. Где это? Вот. В Эпити Стейшн. Эх. Ну что ж. Делать нечего. Будем добираться. Что еще сказать? Будем добираться. What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. So? I'm sorry, I'm not following you. Henry, our radios were tapped the entire time we talked about it. Maybe even your first day when you had the run-in with them. Oh. Oh, no. Oh, yes. And now someone probably has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. Oh, and those girls are still missing. Yep. Fuck, Delilah. Fuck indeed. We really need to get to the bottom of this. Я решила включиться, потому что резко и неожиданно Делайла у нас тут начала что-то говорить. И, как мы можем понять, не очень хорошими новостями она нас только что огорошила. Да, я тут потиху пытаюсь выйти из, в общем-то, из местности Тополиного ручья. Вот, и тут у нас резко и неожиданно Делайла вспомнила такую вещь прекрасную. Я не знаю, конечно. Что могу сказать? Не очень хорошо, что все так получилось, что она вот решила не говорить о том, что наш Генри видел тех девочек. Не знаю, может быть, для того, чтобы отвести какие-то подозрения от него. Я, честно, не знаю, чем она руководствовалась, но тем не менее, факт остается фактом. Дела плохи. Так, ну что, ребята, нам осталось, как вы можете заметить, совсем недолго до луга Вапити, до станции Вапити, я бы так даже сказала, вот мы уже совсем-совсем близко, поэтому я предлагаю этот путь нам преодолеть вместе, да, если честно, я даже не представляю, что нас там может ждать, да, и, собственно, вот оно, я не думала, что мы так прям сразу зайдем, уже и раз и дошли, вот, попробовала я не спеша, в общем-то, следовать указаниям карты, и мне понравилось. Надо сказать, что мне действительно понравилось. Дошла я намного быстрее, чем ежели я бы сама это делала, потому что я там уже тоже успела заблукать. Так. И у нас музычка тревожная. Прекрасно. Просто замечательно. Калитка, познакомься с топором. Ох, Генри, Генри. I'm busting the gate down. There's nobody around, and it's the quickest way in. Ё-моё, Делайла, вот ты серьезно не боишься, что с твоим Генри сейчас разберутся по-жесткому? Мне это починить? Smashed open the gate. Should I try to fix or hide this? No, screw it. Okay, then. О, господи, ладно. Ну что, ребят, пожелайте мне удачи.
Пожелайте нам удачи, исследовать лук Вапити, открыть крышку. Так, ну-ка. Сообщить об укусе пчелы, ну давай. I got stung by a bee. Okay. Is that it? Yeah. Did it hurt? Yes, kind of. Okay, I'm sorry. Генри, ты молодец, конечно. Кстати, у нас темнеет стремительно. Так, персонал станции Вапити. Если вы ищете доктора Симоса, он находится в исследовательском центре с 15 августа по 15 октября. За оборудование, принадлежащее университету, отвечает доктор Джонсон. За оборудование, принадлежащее правительству, отвечает Кэт Фердинанд. Помните, это охраняемая зона, и о любых проблемах, поломках и нарушениях необходимо докладывать незамедлительно. Угу. Ну, давайте оставим себе. Я не знаю, зачем. Ой. Ну, конечно, стремновато мне здесь. Не буду врать, не буду вам врать. Пожалуй, что. Да. Стремновато мне тут. Я не знаю, что нас здесь может ждать. Вот. Какие люди или человек. Ой. Ой, не-не-не, погодите. Давайте не так скоро. Вот, мне кажется, что нам туда еще рано. Так. А где этот ящик? Вот он, да? И все? Тут больше ничего нету. То есть мы можем пройти только туда. В то место. Ладно. Я вас поняла, хорошо. Генри, не застревай. Так. Где оно? Где оно? Я уже заблудилась. Прекрасно. Вот оно. Ну, давай. Спускайся. Я надеюсь, что мы там ничего не упустили, но вроде как там ничего и не было такого. Так. Ну-ка, есть кто? Нету. Ой, вроде чисто, но в то же время страшно. Еще и музыка такая нагнетающая, знаете. Нагнетающая жути. Я боюсь, что сейчас неожиданно кто-нибудь опять по голове огреет. Даже не знаю. Так, что? Радиовышка. Okay, I'm at the site. I don't see anybody around. Lucky for us. Yeah, lucky for us. Dee, there is some serious comms equipment out here, wireless stuff. What do you mean? I'm talking a big 20-foot tall transmission tower. And they could probably listen to whoever the hell they want. They're nestled down in this valley, which makes it impossible for you or any lookout to see them. Mm-hmm. Делайла нам ничего не ответила на это. Ну, а, в принципе, что ответить? Генератор. А мы можем его как-то сломать? Я не знаю. Радиовышка. Но я правда больше ничего не вижу здесь пока что. Ух. Страшновато. Так, а что, а мы можем карту достать? Где мы вообще? Где-то здесь. А, мы почти вошли на саму станцию, я так понимаю. Так. Генри, я не знаю, как ты один тут не боишься. Смотрите, становится все темнее и темнее. Я так полагаю, что у нас должна прям полная ночь наступить. И вот тогда игре будет замечательно. Вот тогда будет то, что надо. Так. Ага. Прекрасно, чудесно. По-моему, у нас там кто-то есть. Но Генри не умеет ни присаживаться, ни краситься. Я вообще не знаю, что мы здесь забыли. Одни такие мужчины, энтузиасты с топорами. Так, там пусто или что? Я не могу понять. Разметка почвы. Who knows what else they're up to? Ну да.
кто знает, что у них на уме. Поэтому наш Генри справится один совсем. Конечно. Что? Ага, пищащее оборудование. There are all sorts of contraptions and shit out here. Like what? Dishes and stuff on metal legs. There are wires all over the place. I don't know. I'm not really up on high tech. Ну, по-моему, там никого нет. И я постоянно оглядываюсь, да. Потому что мне правда страшно. Треножник для наблюдений. This equipment is not stuff from the hardware store. И ничего, что мы тут так ходим, да? Как бы это нормально. Ух. Так, я по-прежнему никого не вижу. О май гад. Что мы здесь делаем, Генри? Сейчас ночь наступит. Как бы. Мне как-то не по себе заходить в эту палатку и смотреть, что творится, но я так полагаю, надо. Тут ничего у нас нету полезного для нас. А, лестница, ну понятно. И что? Жидкий кейс? Приемник взять? I think I found the thing they used to track us. Holy shit! You know, you swear like a lot. Not the time, Hank. Anyway, it's called a wave receiver. Looks like it picks up anything that emits a signal. It's got basic orienteering capabilities, everything. Holy shit, Henry. Yeah, holy shit. You're gonna take it, right? Yeah, of course. Okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. I can hear it. What's it after? I don't know. I'm gonna go find out. I'm in their main tent. What's it like? It's definitely some sort of monitoring station. I just wonder where they are. All of their stuff is here. Figure out what that thing does and then get the hell out. I found their main monitoring desk. You should get out before they come back. There's a box here with a dial. It has a needle, like it measures earthquakes. I mean, this stuff looks like it just got lifted out of the space shuttle. I have to tell you, if I found out this was NASA, I'd be a hell of a lot happier. They're measuring the barometric pressure, too. Тихо. Беспорядок. Just a diversion. Yeah, I think this thing is responding to something in this pile of crap on the desk. Dig through it. Ага. Прекрасно. Тут у нас, я понимаю, досье. Are you shitting me? What is it? There's a folder of reports here. What do they say? They're assessments about the two of us. There's stuff in here about Julia. Like what? Stuff I didn't tell you. This is... What does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus! Henry, do you hear me? It says that you and your boyfriend are still together. What? We're not. They're messing with us. Yeah, okay. They are. How do they even know who he is? How the hell does this... I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. No. Think about it. Может, они этого хотят. Maybe that's what they want us to do. What do you mean? Maybe they're trying to push us to the point where we do something crazy. The grass is dry as hell here. It would go up in a second. Well, now I'm thinking, what if you're right?
I just don't think we should do anything that we can't undo. Давайте. Maybe it's not the best idea. Yeah, it's definitely not the best idea. Oh, I'm so fucking wound up. Так, ты подожди, все хорошо, я иду домой. Right. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver, and tomorrow we can figure out what to do. Вернуться к вышке две тропы. Ёлки-палки. Беги отсюда, Генри! Беги! Хотя, мне кажется, нам не дадут отсюда выйти. Не знаю. Боже мой, а вы в курсе, как далеко наша вышка? Вернуться к вышке две тропы, блин. Это не так-то просто, как вам кажется. И они могут быть абсолютно где угодно. Вот просто. Абсолютно. Ух, я... Вы видели, я стыбрила все отчеты. О, да, не хватало еще тут заблудиться, конечно. Это то, чего нам так всем не хватало. Я стыбрила все, не стала читать. Думаю, прочитаю потом. Так, господи, да куда ж нам... Я, ну вот, началось то, чего я так боялась, я заблудилась. Так. Как отсюда выйти-то? Подождите. А, ну конечно, ни черта не видно, господи. Так. Так, пустить карту. Музычка, что надо, конечно. Очень угнетающе. А, вот оно. Вот это место, вот это место. Так, давай. Ой-ой-ой. Тихо, спокойно. Спокойно, Генри. Так, не пугай меня. Столб дыма. Delilah, there's smoke coming from the site. I just climbed out of there, and the bridge collapsed. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. Вот именно. What do we do? Я не знаю. Я реально не знаю. I have no idea what to do. We have a fire burning in the woods. The one thing I know how to respond to, and all of this shit has me wondering what the hell to do. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. Ага. Угу. День 77. Слушайте, по-моему, это тот же день, в котором мы и находились, собственно говоря. Ну, слушайте, я хочу прочитать, что я там понабрала с собой, если честно, потому что я аж так быстро, я думала, мало ли, они сейчас придут, поэтому... Я надеюсь, что нам сейчас дадут возможность прочитать все это, потому что мне что-то интересно, что там за отчеты о нас. Так. Угу. А, отлично. Так, чтобы использовать приемник. Подождите, подождите. Не так быстро. Письмо пожарным. Так. Планшет. Записка Дэва. Отчет о наблюдениях. Объект Делайла. Отчет о наблюдениях. Объект Генри. Наблюдение за четырьмя объектами. Давайте начнем вот с этого. Читать, приблизить, читать. Объект, частота сигнала. Так, значит, часто покидают зону две тропы. Это, я так понимаю, наш Генри. Избегает общения, проверить предыдущие данные. Хм. Односторонняя тяга к копуляции, конфликт с другими лицами мужского пола. Непропорциональное поглощение пищи. Это, я так понимаю, сразу о четырех, да, людях идет речь. Наблюдение за четырьмя объектами. И неизвестно, кто это. Но две вышки — это мы. Кто избегает общения, если честно, я не знаю, объекты наблюдения Генри. Так, Генри, значит, возраст 39, обзор статуса в программе. Слушайте, ну это безумие какое-то.
Черты характера. Вдумчивый исследователь, придерживается запланированного, склонен к гневу, пассивный, испытывает чувство вины, прямолинейный, сдержанный. Ой, кратко об объекте. Объект полностью увлек своего супервайзера. Доверие предстоит научно доказать. Все указывает на полное сотрудничество. Обновление. Объект может подозревать о тестировании. Ну, естественно, предлагаем завершить наблюдение, если объект решит покинуть свой пост. Подверженность манипуляции 9. А, это то есть на 9 из 10 мы подвержены манипуляции? Серьезно? А вот это, конечно, интересно. Так, это мы все читали. Давайте теперь прочитаем про Делайлу. А, значит, Делайла, возраст 43. Угу. Черты характера. Надежно. Возможен алкоголизм. Прекрасно. Особенно в скобочках напротив надежно. Вот это просто замечательно. Наблюдательно, харизматично, эгоистично. Искажение... А, искаженное восприятие личной истории. Относящийся к делу наблюдений, никогда не была замужем, детей нет, редко выходит на улицу или покидает свое местоположение, многочисленные любовники, несмотря на наличие долгосрочного партнера, имя Хавьер. Подверженность манипуляции 3. Делайла у нас наоборот, не подвержена манипуляциям. Угу, интересно. Так, планшет. Ну, я так полагаю, это все, да? По-моему, это все, что мы взяли оттуда. Персонал станции в Апити. Если вы ищете доктора Симмонса, то... А, все, это мы с вами читали, да. Это мы с вами читали. Так, а это все? Значит, у нас... Ну-ка. По-моему, да. Письмо пожарным, станция в Апити. Так. Так. Что это у нас? Мы тут... Да, мы это тоже читали. Речь Слюсаренко, да, точно, я еще удивилась. Насчет фамилии. Да, значит, у нас есть данные о Делайле, данные о Генри. И тут идет за четырьмя объектами еще, получается, наблюдение. То есть, что у нас? Три мужчины и одна женщина, я так полагаю. Это интересно. Так, N, чтобы использовать приемник. Что такое? Сообщите сигнал приемника. Like a signal. It's going beep beep. Yeah, what could it be? I don't know. You gotta find out. All right, I'm on my way now. You know what I just picked up? No. A fifth of Major Bueno tequila from the creek. Are you drunk? No, I am getting drunk. Ясно. Может, плохая идея, отличный план. Может, плохая идея. Vicky, I don't want to harsh your vibe, but maybe, just maybe, that's a bad idea. Henry, Henry, Henry. What? You're harshing my vibe. My thinking is, I could stay up all night worried I'm going to lose my job because of the side fire, or... I could not worry, and let the chips fall where they may. It's not like there's any proof we were down there. My thinking is I'm gonna follow this wave receiver. Ooh, I like it when you think. Ay-yi-yi. I'll just...